замечательное событие. С удовольствием участвовал в диктанте Победы, назову его диктант памяти. Это исторический диктант, связанный с событиями Великой Отечественной войны. Для меня он не показался легким, но тем не менее, чтобы знать многое, надо много читать. Данный диктант – это на самом деле диктант памяти. Это наше прошлое, это наше настоящее, это наше будущее. Память, она вечна. И наша миссия, миссия наследника – унести эту память через года, через века, чтобы они помнили всегда. Помнили о подвиге советского человека, помнили о подвиге советского воина, помнили в целом о памяти Победы. Самое наилучшее пожелание с наступающим Днем Победы!